Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Никита. И в этой серии у нас будет интервью с красивым котом Сёмой. Так, дорогой кот Сёма, скажи подписчикам, чтобы те спустились под видео и подписались, поставили лайк. Мяу, дорогие подписчики, мяу, пожалуйста, спуститесь под видео, мяу. Вы увидите там красную кнопку подписаться, мяу, пожалуйста, нажмите на нее, и она станет серой, мяу. А еще не забудьте про лайк, мяу. Да, вы своими лайками мотивируете Никиту делать новые видео на канале, мяу. А еще не забудьте про колокольчик, мяу. Так вы никогда не пропустите новые видео на канале, будете смотреть, кто первыми, мяу. И еще, мяу, наш канал смотрит 88% без подписки, мяу. Мяу. Давайте, мяу, это исправим, мяу. Только подписки вы можете найти внизу, мяу. И начнём, мяу. Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Никита. И мы начинаем проходить вторую часть игры. Сикскозовался Электронис Пиццерия and Fun House. Да. Я типа вот проходил вот первую часть этой игры. Ну, типа, классическую версию. Вы можете посмотреть. Типа, полное прохождение вы можете увидеть, но... Если вы видите, то вы можете... Типа... Ладно, давайте всё-таки начнём. И... Так, типа, давайте всё-таки посмотрим, что у нас в офисе. Типа, у нас есть понимает, что у нас сейчас с Джеми. Верная бить Старватония. Это что-то... Это у нас планшет. Сейчас каждая камера подписана. Не подписана. Подождите, какая-то реально копия копия из Jurassic Flores. Бай. Я помню, я эту игру проходила на канале. Подождите, а может... Не сидик, а может... Проходите такое еще планшет, но это не ваше. Восьмой травы. Anyhow, just remember. Я лучше перебивать этого вот. Ну, потому что я не понимаю, что он говорит. Сейчас делаю я по всему видео. Either or, just remember what I told you. If you remember it well, you'll be back in no time at all. Когда я уже болел, такие же, как Фрозен, Тони. О, нет, Тони только тут лежит теперь уже. Тихо, подождите. Посадки нету, типа, вот я жму на носик. Я в мобильной версии не наступил носик, я так думал. Ну, это, наверное, логично, блин. О, Тони! Кажется, я могу показать его во всей красе. Вот он, сейчас вам покажу его. Вот, блин. Вот он. Ну, я бы мог сказать, без ноги одной. Так как с белой части. Похож. Ну, похож на 1 миллиард, только глаза. Сегодня у нас будет первая ночь. По идее, мы можем попробовать, а там что тут можно взять и... Ну, удобно сделано, что карта типа отделена от планшета. И как бы сказать, от монитора. И тыкаешь, а... Ладно, обожаю. Подождите, что же? Он идет. Он реально идет к нам. Смотрите, вот. Подождите, я только что заметил, что у него один глаз красный. Это уже, друзья, вы уже так заметили. Давай, Тони, заходи, и я тебе ударю током. Я даже светить не буду, друзья. Я здесь вот правильно. Вот. Давай, Тони, будут помехи сразу. Ну и звуки. Звуки тоже такие же из... Как из всех Horrors 2, я буду. Ну, не важно. А давай, Тони, заходи. Тони, не тяни время. Я тем более, давай.
Давай, давай. Заходи. Ну, не вообще просто стоит. Я даже не рискую его бить только. Нет, я сейчас лучше не жму. По джаме. Вот она, джаме просто. А вот как его прогонять. Тони, мы уже знаем, как тебе прогонять, поэтому ты нас не сможешь поймать. Если я его случайно не пропущу, конечно же. Где тут нужно жить, по идее, до 8 утра? Поэтому... Ждем. Окей, окей. Слушайте, что? Есть предположение... О, блин, зачем я? Дарил током, да. Окей, никакого положения нету, это шутка, но вот Тони, это по идее тоже что ли Тони? Тони идет к нам еще раз. Как жить без походов ко мне? Окей. Сейчас уже 6 утра, по идее, нам уже 2 часа осталось продержаться, это хорошо. Тем более, так. Тем более, мне остался вопрос, нет, это не вопрос, а просто, а если на его смотреть, то мы точно его затормозим на некоторое время? Ну, наверное, это правда работает, я так думаю. Сейчас посмотрим еще раз и убедимся, что его там нет. Но... Кто не стоит? Кто не вообще будет? Ой-ой-ой-ой-ой. Он, я что-то тебя переоценил, ты реально задвигался. Да, один смелый шаг он сделал, а дальше никуда. Ну, ждем со времени, что я должен прийти еще раз. Давай, все. Либо последний раз он не приходит, либо 6 утра. Ну, я уже знаю ответ, потому что уже 6 утра. Блин, не 8, а... Блин, перепутал случайно 8 утра. Да. Вторая смена, так называется, будет в следующем, в следующей серии. Так, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще не забывайте ставить оповещение, чтобы никогда не пропускать новые видео на канале и смотреть их всегда первыми. И еще не забывайте присылать это видео своим друзьям, чтобы они тоже оценивали и ставили лайки. Конечно же, старый Тони. Нет, не вот. Старый. Золотой это не появляется на одну секунду, но не важно. Все, удачи, всем пока, до новых встреч, пока-пока, до новых встреч.